Всем привет! Вы на канале Clown Box World Travel. Сегодня обзор. Посмотрим очередь из Эстонии в Россию на границе между Нарвой и Ивангородом. Сейчас мы смотрим на Петровской площади. Очень большая очередь. Стоит три автобуса. Они даже вот на этой стороне стоят. Там даже не стоят около людей. Но зато сразу вам скажу, что дальше и мост свободный и зеленый коридор. Что значит мост свободный и зеленый коридор? То есть, когда вы стоите в этой очереди, проходите ее, вы попадаете на эстонский погранпункт из Нарвы в Ивангород, проходите эстонский погранпункт, там два окна эстонские пограничники сидят, плюс 5 или 4 роботизированных окна, которые можно проходить по биометрике. Дальше вы попадаете на нейтральную. Дальше вы попадаете на нейтральную территорию. Идете по мосту, переходите мост, реку Нарову. Это нейтральная территория между Эстонией и Россией. После прохождения моста вы попадаете в зеленый коридор перед погранпунктом российским. Но и зеленый коридор свободный, и мост тоже свободный. То есть очередь стоит только здесь, на Петровской площади. Это хорошо тем, стоять здесь лучше, что если вас двое, например, или вы с кем-то уже познакомились в очереди, вы можете очередь свою как бы занять, может быть, даже чемоданчик оставить, попросить, и сходить, например, вот в Лидл, вот туда, вот куда сейчас автобус Люкс-экспресс поехал, вон туда прямо, там круговая площадь, и он дальше прямо поедет, и вот тут вот рядом, на этой круговой площади, практически чуть-чуть вправо, уйти, увидите, есть магазин Lidl. Там очень бюджетно можно перекусить какие-то булочки горячие, круассанчики, фруктики, овощи, йогурты, что угодно, продукты можно купить. Там тоже есть туалет, на площади тоже есть туалет, на площади также есть кафе и есть еще обменные пункты прямо напротив крепости Нарвской. Поэтому сегодня мы видим, что стоит очередь из Эстонии в Нарву только здесь, на Петровской площади. В предыдущем видео я говорю, откуда эти люди. Они, вот видите, приезжают на автобусах из сталинского аэропорта. Даже вот Люкс-экспресс сейчас напрямую возит прямо из сталинского аэропорта. Доезжают до границы, переходят в пешком своим ходом границу, и дальше их встречают точно такие же автобусы, только на той стороне в Ивангороде. Сейчас мы посмотрим ситуацию. Ну, еще раз просто убедимся на мосту, что мост свободный, и дальше зеленый коридор тоже свободный. Ну, я вам скажу, что пропускная способность эстонского пограничного пункта 150 человек в час, но что-то стали задерживать, именно эстонский пункт стал задерживать. Может быть, это действительно для того, чтобы люди не стояли на мосту и в зеленом коридоре. То есть 150 человек в час, наверное, не получается. Очередь двигается довольно-таки медленно, мы видим. Но тут можно примерно людей посчитать. Тут, наверное, человек может быть 500. Я не знаю, можно вот прям приблизить и посчитать. Ну, наверное, все-таки это от 2,5 и до 4 часов, наверное. Если учитывать, что чуть медленнее почему-то сегодня пропускают. Обычно, когда проходишь вот эту границу, ничего даже не спрашивают, не смотрят. Очень редко, когда спросят, есть ли у вас валюта. Как бы нельзя провозить, оказывается, никакую валюту. Ну,
Я показывала маленькие денежки какие-то, в общем, когда спрашивали, но очень редко меня там раз на 10 раз, один раз могут спросить. И то у меня никогда ничего не смотрели, когда я следовала из Эстонии в Россию. Но сейчас, не знаю, может быть, досмотр более тщательный на данный момент. Ну, это вам надо посмотреть, что можно проносить и в каком количестве. Это вам надо на сайте таможни найти, прям запрос такой в Google вбить. Таможенный департамент Эстонии и посмотреть там, что можно ввозить, правила. Там, если какие-то дорогие вещи, их надо декларировать, идти так называемый красный коридор. Он так называется, окошко, и декларировать. Просто заполняйте бумажку, декларируйте. Вот, сейчас посмотрим дальше, что происходит. Ну вот, с другой стороны, что-то опять подзависла камера, но вот здесь на мосту я приближаю, вижу, что на мосту тоже нет очереди. А так просто полюбуйтесь прямо сейчас, как люди купаются, загорают в городе Нарва на берегу эстонской части этой реки. Здесь вот мост был просто сфотографирован. Вот там время и дата есть наверху. Тоже свободный мост. С этой стороны видно тоже. Вот тут вот коридор, вы видите, практически свободный, заполненный на одну четверть. Только вот перед входом, прямо в пограничный пункт, немножко стоят люди. Значит, очередь, время мы можем смотреть в зависимости от того, как двигается. Только вот на Петровской площади там стоит очередь и достаточно большая, человек может быть в 500. Сейчас посмотрим, какая ситуация из России в Эстонию. Из России в Эстонию вообще никого нету. Тут камера тоже немножко, я думаю, подзависла, видите, время, ну, у меня отличается немножко, на несколько минуток время. Но никого не вижу я людей. Это значит, что российские таможенники тоже пропускают довольно быстро. И получается, что очередь вот стоит только из Эстонии большая в Россию. А здесь, получается, все окна переданы на входящих из Эстонии в Россию, поэтому на российской пограничном пункте не задерживаются люди, проходят достаточно быстро.